У социально-реабилитационного центра «Ростов без наркотиков» появился свой офис. Здесь, на 2-й Краснодарской, страдающие алкогольной или наркотической зависимости смогут получить помощь бесплатно и анонимно. Ранее такие консультации проводились на подворье Свято-Троицкого храма. В новом центре будут работать психологи и волонтеры, прошедшие специальное обучение. Будет здесь и телефон доверия с возможностью выезда на дом. Здесь он побеседовал с психологом, поговорил с волонтером, и ему рассказали о правилах поведения в реабилитационном центре. Если он захотел, его отправляют на реабилитацию. Часть реабилитации – благотворительный труд, например, приготовление и раздача обедов малоимущим в районе центрального рынка. В планах организации – строительство крупного реабилитационного центра в Батайске со своим подсобным хозяйством.